Целый день специалисты из Санкт-Петербурга консультировали сотрудников уссурийских электросетей. Это первый шеф-монтаж, практическое занятие, по ряду будущих нововведений в рабочем процессе предприятия. Во-первых, в следующем году по городу начнут прокладывать современный универсальный кабель. Его можно прокладывать и на опорах, можно прокладывать в землю без монтажа соединительных муфт. Он применяется и прокладки под водой, и в болотистой местности, и в охранных зонах именно лесополосы, то есть в заповедниках, где невозможно, получается, ввести вырубку деревьев, то есть можно просто также прокладывать его по деревьям. Также наши электромонтеры изучали тонкости работы с новыми муфтами, соединительными и кольцевыми элементами кабеля. Для начала так называемая термоусадка, для которой используется газовая горелка. Уссурийские специалисты давно применяют этот надежный и простой метод, но привыкли работать с другими устройствами и материалами. Я думаю, что все решаемо, все по силам. В принципе, технология не слишком новая. Мы с такими муфтами еще просто не сталкивались. Но немножко свои маленькие нюансы есть. Холодная усадка – это совершенно новый для нас принцип работы. Огонь здесь не нужен. Специалисты используют заранее растянутые эластомеры, которые после установки быстро возвращают себе первоначальную форму. Прежде всего, это простота монтажа, это лучшее качество, это применение в тех местах, где не требуется применять огонь, применение таких линий кабельных на АЗС, нефтебазах. Современные технологии, с которыми в этот день познакомились сотрудники предприятия, будут внедрять в работу постепенно. В течение этого года уссурийские электромонтеры должны освоить новые методы и материалы на опытных объектах. В 2016-м они будут массово внедряться по всему округу. Евгений Талов, Александр Анисимов, Телемикс.